Пожарила одну из любимых своих рыб. Единственное, за что я ее не люблю, это из-за ее запаха. Мне кажется, что даже вещи в шкафу пахнут этой рыбой. Сёма, ты мне там своей мотнёй не тряси, ходишь. Рыбу помыла, кишки не убираю, потому что там может быть наивкуснейшая икра. И голову тоже не отрезаю. Солю. Поперчу, но этого делать не обязательно. Чтобы было повеселей, добавлю специи для рыбы. Беру обычный пакет. Пакет насыпаю в муку. Пакет насыпаю самую обычную манку, 50 на 50. Закидываю сюда рыбу. Очень удобный метод. И будет чистая посуда. Все, осталось хорошенечко поколошматить и обжарить. Обжариваю на сковороде. Убираю голову, кишки. И таким образом ем. Вы скажете, а не проще ли сразу почистить? Нет, мы так потеряем много икры. Мой дед в деревне вообще ел вместе с кишками и с головой.